Найджел – это птица, которая жила на необитаемом острове в полном одиночестве. Для привлечения особи экологи установили бетонные копии вернатых. Среди 80 каменных фигур Найджел выбрал себе подругу, за которой нежно ухаживал и остался верен ей до конца жизни. Балетмейстер музыкального театра Оксана Малышева решила воплотить эту историю в классическом спектакле. Она тронула до глубины души, и зрители тоже не останутся равнодушными. Художественно мы же не будем показывать птицу. Мы прежде всего показываем человеческую историю, как ведет себя человек в этом. То есть сделаем такую параллель. Артисты покажут жизнь далекого народа маори с его укладами и мифологией. Балет репетирует ритуальный танец хака, во время которого исполнители топают ногами, бьют себя по бедрам и груди. Это такая многогранная история, не только об одинокой птице, да, которая полюбила статую, но и о том, что ее ждало на этом острове. А на острове ее ждут духи маори настоящие, да, людоеды. Вот, и они будут показывать всю мощь своего народа. Поэтому для нас это очень интересный материал. С одной стороны этнический, с другой стороны инородный тоже, да, что-то новое. Зрители увидят синтез языка тела и актерской игры. Помимо хореографии и вокала будут полеты над сценой, театр теней, завораживающая музыка. Через историю одинокой птицы артисты расскажут о человеческих чувствах, любви и верности своим идеалам. Постановщики говорят, удивитесь, как близки и похожи в поисках счастья птицы и люди. Премьерные показы 15, 16, 18 июня. Дарья Денисова, Владислав Ковалев. День с толком.